Кыргызстане ушел из жизни профессор-эколог Эмиль Шукуров. Известно, что накануне смерти у него были проблемы со здоровьем. Мы хотим напомнить, что Шукуров был не только экологом, но и талантливым художником, который многие годы создавал портреты своей любимицы природы. Сегодня Умурбек Бабана вновь явился на допрос ГКНБ. На первом 20 августа он находился примерно 5 часов. В Госкомитете у него взяли подписку о неразглашении, в связи с чем о деталях своего допроса он не сообщил. Чем закончится его допрос сегодня, читайте на «Кактус Медиа». Мэрия Бишкека запускает зеленую акцию «Парк для жизни», в которой может принять участие любой желающий. Муниципалитет предлагает горожанину посадить свое дерево в новом парке на Южной магистрали. Специалисты подготовят почву и будут бережно ухаживать за вашим деревом. Об условиях акции можно узнать на нашем сайте.